Обзор на Мелмечта. Откусывается легко. Сорт белоснежный. Без прожилок. Хрустит глухо. Он распадается в такую меловую пыль. Без крупинки. Не залипает, но сушит рот. Вкус у него по белке. Меловой. Сливочность есть. Вот его откусил. Я много откусила. Если немножко кусаешь, он тут же пропадает во рту. Вот разжевался и растаял. При откусывании есть такой прям четкий-четкий вкус по белке. Отнесу его классическим сортам, но он не похож ни на Белую гору, ни на Севрюкова, ни на что. Вот отдельный сорт такой, прям вот как калинчик. Очень вкусный. Не зря его назвали мечтой. Вкусный. Достойный мел. Стоит попробовать. Съела с удовольствием. Всем приятного просмотра. Всем пока.